между музыкой и духовной жизнью. Шедевры классической музыки прозвучали в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга в концертном зале кинотеатра «Курортный» в Сестрорецке. Музыкальными объектами притяжения этого вечера стали Вивальди и Брамс. Перед исполнением слушателей ждал небольшой экскурс в биографию Антонио Вивальди. Созданный из контрастов, слабый, больной и тем не менее живой, как порох, готовый раздражиться и тут же успокоиться, переходить от мирской суеты к суеверной набожности. Упрямый и вместе с тем, когда нужно, сговорчивый. Мистик, однако готовый спуститься на землю, когда дело идет о его интересах. Такого Вивальди в курортном еще не слышали. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Павла Петренко исполнил проникновенные, наполненные тонкой мелодикой произведения автора. Событием вечера стало выступление перед гостями лауреата международных конкурсов Арсения Котлярова на ксилофоне и вибрафоне. Арсению всего 10 лет. Это уникальное событие для исполнителей его возраста. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга – частый гость кинотеатра «Курортный». Тем приятнее каждый раз видеть на его концертах полный зал слушателей.